Parimatch.ru. Больше, чем ставки на спорт. Всем привет, я Александр Соболев, нападающий Крылья Советов. Сколько лет ты играешь в FIFA? Ну, играю в FIFA уже, наверное, очень давно, даже не помню сколько. Но думаю, что начал играть плотно с года 2005, наверное. Как оценишь свои силы по пятибалльной шкале? Ну, если смотреть силы мои там в интернете, то я, наверное, на троечку. А если смотреть силы по отношению к акулу, то я думаю, тут 6 из 5. Нужно будет настроиться, потому что это матч такой, ну, легкий для команды будет. И нужно будет, ну, собраться, чтобы не проиграть, такое бывает. Всем привет, с вами Акул, я видеоблогер. Сколько лет ты играешь в FIFA? Не знаю, лет 6, наверное. Как оценишь свои силы по пятибалльной шкале? 4. Расскажи о своем сопернике. Сегодня ты сыграешь с игроком Крыльев, Сашей Соболевым. Ну, мы с ним играли как-то, я помню, года 2 назад. Хорошо играет. Очень даже. Ты выходи, че. Всем привет, с вами Акул. И сегодня мы на стадионе Самара Арена играем в FIFA на большом экране. Посмотрите, вау, круто. Вместе вот с этим вот футболистом. Ты репетировал? Крылья Советов. Семерочка. Ты репетировал речь? Конечно, я каждый день репетирую. Молодец. Самое главное, знаешь что? Джойстик не твой, не кидай. Хорошо. Без перчаток, ну посмотри. Ладно, без перчаток. Что это за издевательство? Ладно. Я выбрал. Тренер был хороший. Опа. А ты за Криштиану Роналду взял? Я выбрал Ювентус. Криштиану Роналду. Сейчас мне надо снять это, ё-моё. Форму убирай, я дома играю в белую, ставь черную. Я дома же играю. Все, поехали. Давай, поехали. Бля, у меня палец замерз уже. Ой, блин, что это такое? Нифига не видно. Тихо. Давай. Это первый атак киков. И ты его не забил. Хорошо. Да не, да. Блин, что ты это. Че как хорошо играешь, это мне кажется. Кажется? Да. Посмотрим. Серьезно, ты хотел навесить? Твоей тактикой. Так, спокойно. Тебе надо успокоиться маленько, у тебя мандраж, мне кажется. Оля, ты что за поле выбрал? В смысле, это твое Сантьяго Бернабео, ты выбрал. Не игры. Давай, заброс. О, не хорошо. Игры. Я вне игры. Ты. Нет. Давай. Мимо. Супер. Как ты сказал? Поехали, да, ошибись. Пас ближний, нет? Кажется, кто-то волнуется, я прям прижал тебя к воротам. Нет, у меня руки замерзли. Давай! Ну бей! Тут вратарь, ты о чем? Ааа, как же ты отскакиваешь. Ой-ой-ой. Я уже так, знаешь... Это не фол! Это фол. Гаррет Бейл подходит к мячу. Гаррет Бейл? Неудобная позиция для Гаррета. На ус выбрал. Это мешает. А мешать можешь, да? Ладно, хорош. Плохо пробил. Давай повтор посмотрим. Ой-ой-ой, жалко, Божич не увидит. Ой-ой-ой. Нам очень жаль. Сергей Корнеленко лучше пробил. Игра до гола. О, хорошо. Подавай. Да подаем, других вариантов нет просто. Бей! Да! 1-0, поехали! Какую ты шляпу забил, а?
Какую шляпу забил. Ой, какой гол, смотри, смотри, какой гол. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, ничего. На скамейке посидишь какой-то. Мальчик. Ну, давай повтор мы не будем смотреть. Понимаешь, я не вижу игроков, кем пробить. Оправдание, вы слышите его оправдание? Холд, игроков. Мы в равных условиях. Ты же сам в интервью говорил. Везет, знаешь, кому сильнейший? Ты сам это говорил. По итогу первого тайма могу сказать, что это пока что легко вообще. Я не чувствую, не чувствую вообще своего соперника. Один удар поворота. Не понимаю, но... Один удар у тебя повороты. Что ты не чувствуешь? Пока, пока легко, видно. Как я забиваюсь? Знаешь, это очень реалистично. Ты так же бьешь, ну, когда... Давай, разыгрывай. Холодно. Ой, блин. О, опасно было. Опасно было. Очень. Блин, нет! Нет! А-а-а! Гол! Блин! Все, перерыв! Я пошел вот сюда зайду. Да, я тоже. Кстати, он меня не пускает. Он меня не пускает погреться. Вот это вот, смотрите, игрок Крылья Совет. Это все вырежется, но я выскажусь. Игрок Крылья Совет. А, все, молодец. Ладно, погрейся чуть. Смотри, как он пробил. Ну что он из девятки вытащил. Ну согласись, или отскакиваешь? Да, да. Все, пойдем. Все, все. Ой, столкнулся, блядь. Какой перерыв 60-й минуты? Ну, я забил. Ну, твоя команда тайм-аут взяла. Поменять что-то хотят. Блин. Из-за задержки. Им не воспользовался. Из-за задержки не воспользовался. Ууу, сейчас бы убежал бы. Мне надо перестанцию. Опять. Давай играть, что ты начинаешь? Тактики, давай мы завтра будем тактики эти давай, делать. Давай, давай. Все, пойдем. Ты? Вот ты боже, что так скажи, а не мне. Давай, пойдем. Тактики нет, там, блядь. Тактики. Блин! Как это так получилось? Я не знаю, сколько не вижу вообще. На его центр. Да центр, да что ты? Бежать, бежать! Нет! Да нет! Хорош, хорош, хорош. Че ты выносишь-то? Да потому что я хочу. Да не, играем сразу. Играем, играем. Бежать, бежать, это свежий вышел. Ах ты смотри, че хитрый какой. Все нормально. Да, ну, да нет. Первый экстра тайм закончен. Ну что это? Не игры. О! А вот это вот, вот из-за задержки так. А, как же он... А, там угловой. Там угловой, так все нормально все. Бежать. Че, кто на бежать. Мяче? Кто на мяче? Выбей! Что? Пенальти. Я в тот экран, ты в этот смотришь. Да! Ага. Первый пошел. Мимо. Блин. Да! Блин,
другой угол. Хорошо. Хорошо. Ты что, ждешь центр? Или ты прыгать не умеешь? Да ну! Что, вот это разве поделал? Я выиграл! Я выиграл! Эти разве поделал, выиграл, скажи мне. Изи. Легко. Изи? Легко. Один удар поворотом за весь матч. Что ты там? О, замерз, говорит, замерз. Один раз поворот он ударил за весь матч. Как легко было, легко. Ладно, хороший. А что ты боишься-то? Я его боюсь, брат. Ладно. Все, вообще не буду. Да, здравствуйте. Конечно, можно. После матча, без проблем. Соперник был достаточно, я бы сказал, легкий, но это уровень ФНЛ, поэтому, ну, вполне ожидаемый результат. Кто это? Оператор или кто это? Да, конечно, есть вопрос. Можно я не буду отвечать на вопросы? Как ты не можешь отвечать на вопрос? Кто это? Расскажите, статист, как кто шла вы? Игра, сколько у вас было моментов за матч? Моментов было много достаточно, да. При угловых. У там, ваших ворот? Вы про ваши ворота? Не, я про ворота соперника. Вы когда пенальти били моменты, вы считаете, сколько? 5 моментов у вас было? А, понятно. Акула, за счет чего ты сегодня победил? За счет скилла. Я хорошо играю, поэтому и победил. Как будешь праздновать победу? Праздновать? Ну, да что и праздновать? Это обычная победа, легкая. Я даже праздновать ее не буду, типа. Спасибо. Все, до свидания. Саш, что можешь сказать про сегодняшний матч? Ну, мы полностью доминировали на поле. А чё нет? А чё нет, подожди. Сейчас он просто выиграл по пенальти, повезло. Пенальти — это лотерея. В игре у него было 2 удара, 1 гол, 1 выше в конце пробил. А я просто не забил, потому что подвисала игра. Ну ничего, сыграем на базе, посмотрим. Parimatch.ru. Больше, чем ставки на спорт. Спасибо, ребят, что поставили 2000 лайков на прошлом видео. Давайте столько же наберем, 2000 лайков под этим видео, и мы сыграем реванш. Еще раз. Подписывайтесь на канал, не забывайте обязательно подписочку, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Пока. Thank you.